Так, добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, любители видеоигр отрубил. Мы продолжаем проходить Call of Duty Ghost. Опа, мы что, на вертолете? Прикольно. Офигеть! Блин, когда... Да, будет тяжело. Горах таких-то петлях. Ребята, я если что, первый раз лечу на вертолете. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0, выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. Эй, стэм, чтобы не нести ракеты. Да вы чё, гоните? А, вот так. В принципе, прикольно. Блин, как же тут? 1-0. Ха-ха. Ага, ракеты набудем. Yes. Ха-ха-ха. Где, где, где? Yes. Ага, все, 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 этого убили. Как же наверх? Или он сам тут как бы наверх? Да, он, в принципе, вверх сам поднимается. Догонит. Нет, не догнал. Ой-ой-ой-ой-ой, рано отпустил. Давай! Yes. Чё, подбили? Блин, миссия тяжелая, я чувствую, будет задание, да. Короче, тут нельзя стоять на месте. Оу, е. Е. А где жизнь? Где жизнь? Угроза наведена, опасно. Yes. Ау-ау-ау, ноу-ноу-ноу. Есть, задание выполнено. Отлично. Теперь куда? Не знаю, может вы меня строго посудите? Может я крыло как-то летаю? Я чё, падаю? Так, вон он, туда, туда. Да где они, блин? Нет. Да свой, свой, свой. Есть.
Давай. Ау. Но. Вот так вот тут попадем. Да. Да что ж ты такой живучий? Все. Кто там еще? Ага, он еще один. Что-то никого не вижу. А, вот. Яса. С пулемета. Яс. На, скотина. Сдох. На. Ха-ха. Оу, ес. Пошла? Нет, не попадет. Блин. На. На. Они тут еще и угинаются, прикиньте, да? Угинаются, смотри. Фух, блин, даже командира. Играю я ночью, потом теперь выпуски будут, скорее всего, реже выходить, так как у меня начинаются курсы поступительные, все такое. В общем, теперь у меня меньше будет свободного времени. Да кто там еще? Yes. Так, ну высоту он набирает сам, это меня радует. Ой-ой-ой. Блин, на вертолете тяжело миссия, все равно тяжелая. Это чё? Чувак, ты высоту-то набирай, да? Укай. Давай! Yes, sir. Есть еще? Что, все? Да кто тут еще? Что-то я не понял. А, наверное, облететь надо. Хотя нет. Да что мне с ним сделать-то надо? А, вот он еще. Все, все, все. Незаметный такой, блин, мелкий. И чё? А где еще? А, во-во-во-во, вижу. Это уже походу вертушки, да? Спасибо за помощь, один. Отряд призраков на палубе, повторяю. Отряд призраков высадился и выдвинулся. Все, начинается именно жарко. Блин, я привык в Battlefield нажимать и всех убивать.
тут как бы так не было, это не так. Гранат пошла! Фух, я только что целую ночь, можно сказать, я не знаю, с 8 где-то до 12 не мог прицепить эту несчастную колонку к стене. Ой, к стене, блин. Я же заговариваю, блин, с руки в мозолях. Взял чопики, вбил в этот. А попал в штукатурку, взял замазал. Нифига, она начала выпадать. Взял другой стенки, дырку просверлил. Нифига не помогло. Потом опять сверлил. Ну, короче, пипец было. Оу, е. Это свой? Да. Хэш, Мэрик. Сбагойно. Фу, чуть не убил. Ой-ой-ой. Так, сохранение идет. А вот тут уже надо кинуть вот такую фишку. Только что она делает. Ай-яй-яй. Yes, of course. Yes. На. Да чё ж так граната никого нет? А, это хэш. Это хэш. Я в хэша кинул. Oh no. По ногам. В спину. Позвоночник переломан. Грена пошла. Оу, oh, е! Yeah. Вы видели, как она их разнесла? На записи это будет хорошо видно. Ой-ой-ой. О, да. Их тут реально много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никогда я в том виде не любил гранаты, потому что от них взрываешься сразу. Хоть на легкой этой сложности, хоть на максимальной. Хочу сказать, в Modern Warfare, я не знаю, я в нее играл последний раз года два назад. Нет, полтора года где-то назад. Она потяжелее, мне кажется. Хотя я тогда еще толком и играть не мог. У меня тогда только компик появился. Да ты задолбал. Где? Ты чё? О! Я убил РПГшника. Yes. Ладно. Граната. В ответ. Убил. Да, убил с гранатой. Ха-ха. Фух, убили. Не все. 100% то не все. Давайте, чуваки, ведите меня. Я думаю, сюда. Может. А где мои ребята? Блин, тупо что, ни карты нету, ничего. А, наверх, наверх, скорее всего. Убьют, убьют, убьют. Убили. Да блин.
Как-то они резко выскочили. Задея. А, о-о-о. Как-то потерялся. Граната. Вон она крыса сидела. Да. Да, я буду, скорее всего, проходить все новинки. Все. Ну, интересные шутеры там такое. Чтобы было все на моем канале. Нравится ли они мне или нет. Зато Олег спрячется. Что это у нас? Вот я почитал отзывы, почитал, ну, мне сказали, что Call of Duty просто галимая. Ну, я все же решил в нее попробовать поиграть. Блин, а! Вот ё-моё, чуть не убили, я же забыл, что тут все. Фух, я думал, уже убьют. Да вы что ж так мощно стреляете? Вот они именно мощные. Я даже того не вижу. Они взрываются?